Сегодня у нас 5 марта 2018 года. Я вот готовлю себе ланч. В общем, сейчас буду чай. Чай пить. А дальше бутерброд. Бутерброд с колбаской. В общем, чай с молоком. Попробую такой какой-то зерновой хлеб, который я купила вчера с доставки в Муэллинг. Вот. Также с колбаской, с квашеной капустой, немного сыра. Вот. Матильдочка пошла гулять, я ее сфотографировала, там, смотрю, приехали, чинят ГЛОНАСС. Выложу фотографии. В общем, чинят они ГЛОНАСС. Сломался, наверное. Что-то там такое у них произошло. Из Эллинга направо прямо у нас видно.